Работники теплицы спецавтобазы ЖКХ первыми в городе узнают, что скоро настанет тепло. Примета верная, шутят садоводы. Если начали сеять цветы на рассаду, значит, жди весны. Работа предстоит титаническая. Засеять несколько сотен таких пластиковых контейнеров первоклассными цветами. Здесь будут заставлены все полки, а растений всего 30 видов. Подбирают специально такие, чтобы цвели все лето и осень до сильных морозов. Мне нравится, это приятно, интересно, цветы, когда начинает цвести, расти, на улице снег, зима, холодно, а здесь тепло, красиво. Как правило, агрономы предпочитают гибридные сорта, они ярче цветут и более адаптированы к выхлопным газам. Хотя и стоят недешево, несколько сотен рублей за пачку из 1000 семян в зависимости от сорта. А пачек таких садоводы закупили несколько сотен. Немалых средств стоит и грунт под рассаду, и удобрение. Это профессиональные семена, и мы придерживаемся своей технологии выращивания. И в основном грунт у нас затрачивается покупной для посева, а остальное время мы грунт делаем сами. А власти как идут вам навстречу? Идут навстречу. Цветущие клумбы, газоны и большие вазы на фонарных столбах действительно стоят недешево, сколько коммерческая тайна предприятия. Но, пожалуй, с цветоводами коммунального предприятия можно согласиться. За такую красоту и бюджетных средств не жалко. Виктор Лушников, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.